Здорово. Решил я, значит, рубануть в стрей. Опа! Ну это та милая игрушка про котика. Давай, говорят давай, еще, что она даже типа медитативная. Проходил я это дело все на стриме. Никого нет, иди отсюда, крыша. И в этой серии вы увидите милых роботов. Ну ты не будешь стрелять в коробку? Фразы, присказки. Да, ну добрый вечер, я диспетчер. Божечки, кошечки. Так, ну вот этот мужик что-то охраняет явно. Потрясающий стелс. Тихо, тихо, ничего не видел. А тут есть коробки? Все, мужики. Что? Что такое? А что такое? А какой кот? А какой кот? А вы видели кота? Не было кота. И многое другое. Поехали. Вот она и щель. Отыскалась. Изи, боже, как легко. Боже, как на сообщение. Здесь написано, я с... Полезное сообщение, что сказать. Лично робота лети на код. Спасибо! Теперь пойдем, найдем ее. Времени мало. Да, пойдем искать. Блин, и что вы мне хотите сказать? Опять нужно проходить через этих роботов агрессивных? Ну здравствуйте, ну давай еще, постреляй в меня. Мужики, мужики, вам это не надо. Вам это все не надо. Я просто кот, блин. Вы говнюки. Валера, в ночной клуб надо бежать. Спасибо! Спасибо, Кэп! Попробую по баннерам спрыгнуть. По-моему, по баннерам не получается спрыгнуть вниз. По-моему, по баннерам или получается? А, можно? Я не знал, что можно. Да отстань. Блин, Лина, я люблю тебя реально. Ох, боже, я бы столько бы с этими роботами просто бы заколебался бы. Я буду типа барной стойки, чтобы сразу убираться. Вот тут вот прибраться надо немножко. Ну-ка, тебе помочь, Маш? Ну, стаканы наберу у тебя, чтоб знал. Вот эта локация мне зачем, расскажет кто-нибудь? Вот это нежданс. Первую песню запросил наш очень сомнительный друг Блейзер. Да я понял, что тут Блейзер. Давайте я вам помогу немножко, мужики. Ох, не к добру это. Не надо стрелять в меня! Ёпт. Вы застрелили кота? Вы что, совсем? Вы что, совсем? Не могли, не, они не застрелили. Они, они забрали моего друга, дружище, из моего рюкзачка. Здорово, Клементинка. Я тебя нашел. Осталось найти еще моего мелкого прислужника. Че там? Че там? Я тебя сейчас тут все найду. Очень легко. Боже мой. Клементинка, я иду к тебе. Что-то переживал это сильно. Это не надо переживать. Вот я несу ключик уже, смотри. Все вот нормально. Балдежно. Уже... Клементина, Клементина, распереживалась уже, думала, все думала. А тут я тебе, смотри, ключ принес. Не надо переживать, я под контролем. Сейчас тебя освободим. Дружочка нашего, этого, с рюкзачка тоже освободим. И будет вообще все чики-пуки. И чё ты? То есть не ты меня поведешь, да? Я тебя должен вести. А, подумалось. То уж я думал, мы план побега вверяем хрупкие лапки котик. Там. Опа, а что такое? А как это так? А как это? А как так? Ничего себе, мужики, да? По трубе, по трубе. Вот тут даже вот, я вам честно скажу, я особо даже не думаю, куда я иду. Ну вот, собственно, и поплатился, да? Не стреляй только. Тебе показалось, кота не было. Кошки нет. Найди мне рюкзак мой, блатной, пожалуйста. Опа! Это как это он материализовался, так на мне расскажете? Нет, ну это магия вне Хогвартса. Меня, конечно, профессор МакГонагал, разлогиньтесь. Но ты вернулся со мной, не могу поверить. Ты хороший друг. Да, это я хороший друг.
Боже, как я легко этого лоха развел, да? Вы видели? Ну, потому что, блин, кто помнит предыдущие серии, мега-мозг просто. Единственное, я не решил проблему вот с тем. Бежать. Мать, меня забыла! Ну и что вы мне хотите сказать, что эти говёные железяки не гниды после этого? Она кинула меня. Стример не тупой. Да тупой, блин. Я кто ж спорит-то? Стример тупой. Мега-мозг. Мега-мега просто. С тебя шоколадка. Нет, это все на доброй воле было сделано. Таких шоколадок. У меня нет денег на шелколадку. А, может закруглиться пока на сегодня. Как думаешь? Нет, пишет. Ну что значит нет? Ну я устал уже. Я же устал. Дальше играй. Блин, вот чат жестокий. Жестокий чат. Дальше играй. Ты говори, я устал. Кушать хочу. Дальше играй. Мне пофигу, играй. Мне пофигу, играй! Я это... Это все заснято. Пофигу, играй.